Гутен так из города Бохума. Сегодня на канале «Сумерки богов» на платформах Boosty и Patreon вышел обзор, в котором я рассказываю о новой постановке Дмитрия Чернякова, опере Леуша Яначика «Из мертвого дома». Все это происходило в городе Бохуме в рамках фестиваля «Рух Триеннале», вот в таком необычном месте, на бывшем стальном заводе. И к тому же спектакль был инклюзивный, артисты и зрители были перемешаны. Это очень интересный спектакль, и обо всех подробностях я сегодня рассказываю на платформах Boosty и Patreon, поэтому не забывайте подписываться на канал «Сумерки богов» на этих платформах.